Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с художниками, скульпторами. Мстислав Валерьянович Добужинский. Русский-литовский художник, мастер городского пейзажа, участник творческого объединения «Мир искусства», художественный критик, мемуарист. Родился в 1875 году в Новгороде. Сын генерал-лейтанта Валериана Петровича Добужинского. Родом из старинной литовской семьи. После рождения сына родители разошлись, когда мать, артистка-певица, ушла из семьи. Генерал был не чужд искусству, любил театр, музыку, посещал выставки и сам периодически рисовал. Отец забрал сына на воспитание, которое все свое детство делил между любящими его родителями, поочередно проживая то одного, то у другого. Ребенком 3 года жил с отцом в Кишиневе, где поступил во 2-й класс 2-й городской гимназии. В возрасте 9 лет впервые приехал в Вильну, это Вильнюс. В 1889-1895 годах учился во 2-й гимназии в Вильне. Затем учился в Санкт-Петербурге в Императорской школе общества поощрения художеств, школе Антона Ашбе. Участвовал в выставках с 1902 года, член объединения «Мир искусства». С 1906 преподавал в художественной школе-студии Званцевой в Санкт-Петербурге. Одним из первых оценил талант литовского художника Черлёниса. Участвуя в оформлении уличных праздниц в Петрограде и занимая ряд ответственных должностей, члена комиссии по делам искусств при Совете рабочих и солдатских депутатов, члена государственных трудовых мастерских декоративного искусства, секретаря особого совещания по делам искусства. В октябре 1918 года избран ученым-хранителем Эрмитажа. Принимает участие в организации Витебского художественного практического института, Витебского художественного музея, музея икон Старого Витебска, в организации Петроградского дома искусств, становится заведующим художественной частью Большого оперного театра. Много путешествует, бывает в Каунасе, Берлине, Париже, Амстердаме, Копенгагене. В Париже проходит его персональный выставка. За эти годы иллюстрировал достаточно много изданий. Пушкина, Лермонтова, Кузьмина, Карамзина. В 1921 художник создает серию литографий «Петербург» в 1921 году. В 1924 при содействии художника Балтрушайтиса принял литовское гражданство и навсегда покинул СССР. Живет в Риге. В 1926 переезжает в Париж. Же работает над оформлением спектаклей в театре Балющего «Летучая мышь», над художественным оформлением кинофильма «Плодородие» к роману Эмиля Золя. Для издательства «Земля и фабрика» создает иллюстрации книги «Три толстяка» Алёши. Преподает в Кауновской художественной школе. В январе 1931 становится главным художником Литовского государственного театра. Создает сценографию для 38 пьес. Открывает частную школу живописи. Получает приглашение от Чехова. В 1938 участвует в постановке спектакля «Одержимый» по роману Достоевского «Бесы», над которым работает в Англии весной 1939 года. Последние годы жизни художник проводит в Европе, подолгу живет в Париже, Риме, Лондоне, путешествует по Италии. До конца жизни Мстислав Валерьянович остался в США, общался в основном с русскими эмигрантами, испытывал влияние югенстиля и известнейших художников Серебряного века Бенуа Сомова. По стилю был близок к символистам. Скончался 20 ноября 1957 года в Нью-Йорке в доме своего младшего сына Всеволода. Похоронен на кладбище Сен-Жевьев-де-Буа в Париже. Вот так вкратце о художнике Мстиславе Валерьяновиче Добужинском. Пока-пока, до свидания. Я пользовался Википедией. Пока.